Если вы работаете с вынужденными переселенцами, то знайте, что качественная, долгосрочная и ответственная помощь таким людям невозможна без их активного и конструктивного участия. Вы также знаете, какие проблемы иногда возникают на этом пути. Вам поможет форум общественного участия. Присоединяйтесь! Форум общественного участия – это виртуальное пространство, где специалисты кластера по вопросам управления и координации местами компактного проживания и других гуманитарных организаций делятся опытом, как задействовать в оказании помощи переселенцам самих пострадавших. Это единая платформа для обмена ресурсами, обсуждения проблем, размещения новостей, инструментов и рекомендаций. Участники форума имеют возможность делиться своим опытом, проблемами, инновационными решениями. Это безопасное пространство для сотрудничества специалистов-практиков, где можно получить консультацию, поднять проблемные вопросы и вместе найти нужные ответы. Обмениваясь идеями, ресурсами и историями успеха, участники обогащают общую базу знаний. Это ваше сообщество практиков. Мнения и предложения участников определяют содержание семинаров, вебинаров, тренингов и неформальных онлайн-встреч. Участники делятся актуальными новостями и лучшими практиками. Вы можете просматривать беседы и присоединяться к ним по тематическим хэштегам, осуществлять поиск в разделе «Файлы», делиться ресурсами, начать свою дискуссию или просто задать вопрос сообществу практиков, создав новую тему. Форум общественного участия поможет вам повысить свой профессиональный уровень, развить умения и всегда быть в курсе событий. Ключевые темы для обсуждения предлагаются самими специалистами-практиками. Их поддержка поможет вам, в свою очередь, эффективно использовать идеи, опыт и знания переселенцев, с которыми вы работаете. Регистрируйтесь бесплатно сейчас и присоединяйтесь к вашему сообществу практиков.